500. Нормально все? Я тебе не мешаю? Что там по телеку показывают? Ты можешь подвинуться, я тоже хочу посмотреть, эй. Дом 2, что ли? Дом 2 смотришь? Вы, смотрите, пацаны, у него чуть-чуть есть. Смотрите, чуть-чуть. Смотри, у него чуть-чуть. О, не убивай только моего друга. Ле, что с вебкой, эй? Вебка, вебка, вебка. Нормально, что с вебкой? Все хорошо, пацаны. Что вы пристали? Вебка, 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 вебка. Вебка, нормально все. Эй, слышишь? Ле, посмотри мне в глаза. Посмотри и скажи мне в глаза. Ты любишь хинкал? Я люблю хинкал. Почему вот, я хочу тебя спросить. Вот почему ты, вот ты зачем вот красишься, скажи. Ты же мужчина, бля, я понять не могу. Вот у меня это не макияж, братан. У меня это как бы бандитский, как вот, боже. Я как, блин, как в фильмах, боже, Веном. Я Веном, видишь меня? Я Веном, это не краска, это я такой жесть, жесткий человек. Я не понимаю, вот что ты покрасился, вот. Черт, что ли, я понять не могу. Волосы покрасил, жесть. Я седой просто, понимаешь? У меня седина это. Я уже старый стал. Блин, я уже старый, братан. Уже меня никто не смотрит. Я уже скатился, я старый стал. Понимаешь, да? Ты кто? Ты молодой, черт, что ли? Ты зачем красишься? Ты... Подожди, не мешай. Пиши куку или твистера, что с вебкой, брат? В конце ты сказал, ты Африку открыл. Этот... Давайте дуа прочитаем. Хороший был пацан. Был пацан и нет пацана. Бедный парень, молодой, умер, жесть. Не умер. Ладно, сдерживай слезы. Ты же мужчина. Ты же должен сдерживать свои слезы. Поехали дальше. Как же жалко. Каждый день по статистике эта игра забирает столько молодых. Йоу-йоу-йоу-йоу. Салам алейкум, Ниса. Подожди. Салам алейкум. Да что с этой вебкой? Почему вы пристались на эту вебку? Я понимаю... Что с вебкой? Что? У меня все нормально с вебкой. Я не понимаю, что с вебкой. Почему вы все пишете вебка? Что с вебкой? Что с вебкой? Почему вы пишете вебку? Йоу, никого нет. Амалайкум. Никого нет здесь. А ну-ка, давай. Дай-ка возьму. Пацан, успех уже не фартануло. Поехали! Поехали, жесть! Кайфовать будем! Где еще? Где люди? Люди, люди, га-га-га! Если хотите, да-да-да! А можно, если набор или нет? Ну, братан, ну я не могу тебе все сказать, братан. Ты дурак? Бау! Почему меня всегда какой-то котакбаш убивает в голову, непонятно с чем?
Блять, вы в упоре попасть не можете, хайваны! Хайван! Ле, ты хайван, ты попасть не можешь, как ты меня... Хайван, хайван, пусть хайван. Пусть хайван, посмотрите на этого хайвана. Давай. Ебать, ты сможешь, давай, давай. У тебя получится, я уверен. Давай, газуй, давай, давай, давай. Зажимай, зажимай. Молодец, молодец. Зажимай, зажимай, зажимай. Зажимай, у тебя получится. У тебя получится, зажимай. Я верю в тебя. Зажим ски... Это СНС-ка. СНС-ка. Ебать, это жесткий игрок. Про-плеер. Про-плеер, блин. Как клад называется про-плеер, блин. Про-плеер, блин. У тебя, блин, мозгу плеер, понял, бля. Извиняюсь, Замат, блядь. Прикиньте, зависит один раз, блядь, сказал. Извиняюсь. Го 5000 человеков. У тебя в мозгу тупой, блин. У тебя в мозгу про-плеер, блин. Давайте посмотрим, как он играет, это профессиональная игра. Я хочу просто, я просто удивлен их игрой. Ты ведешь себя игра. Я веду себя так, как по кайфу, братишка Альдо. Я угораю, прикалываюсь. Если ты тупой и не понимаешь рофов, я тебе сочувствую. Когда ты без чувства юмора, если у тебя нет чувства юморов, я тебе сожалею. Мне насрать на эту игру. Я это все делаю ради контента и ради своих подписчиков. Мне насрать! Полностью насрать на эту игру. Я просто делаю контент для своих подписчиков, угораю и прикалываюсь. Если ты тупой не догадался, ты африканец, блин. Если ты не догадался, что это я делаю специально, что мне насрать то, что меня убили, и что я притворяюсь. Если ты тупой и этого не понимаешь, то ты тупой. Ну, давайте посмотрим за профессиональным игроком. Он играет уже 33 года в Free Fire. Не важно, что Free Fire вышел в 2000... 15-16 году. Короче, я не помню, когда. 17, не важно, что Free Fire вышел в 17 году, но он играет 33 года. Самому ему 13 лет. И это не важно, друзья. Давайте посмотрим. Монстр 06, друзья. Жесткий игрок. Жесткий игрок. Посмотрите, что он творит, друзья мои. Рофл это шутка. Посмотрите, что он делает, какие движения, какой грация. Он берет у нас... нет, он ничего не берет. Ему ничего не нужно. Ему даже аптечки не нужны. У него есть АВМ и двухстволка. Друзья, посмотрите, как же он круто играет. Это игрок, способный на сборную чер. Сайланс. Монстр из клана Плей. Про-плеер, вот это настоящий бомбовый игрок. Посмотрите, как же он двигается, какой же у него топовый сет, друзья. Враги так и видят, и смотрят, и понимают то, что это жесткий игрок. Посмотрите, как он наблюдает за другими игроками, как он смотрит назад, как он бежит, как он грациозно смотрит, какая тактика, какой блеск в глазах. И просто представьте себе, если бы этот игрок встретился бы против вас. Посмотрите сейчас, как он бочку убивает. Вау, вау, вау! Как он это сделал? Как он это сделал? Вы просто представите. Я даже представить не могу, а он это делает, друзья. Я представить уже не могу, но он это делает. Посмотрите, он увидел противника. Как же жалко мне его противника. Как же я сейчас со слезах буду смотреть, как он будет играть. Да, лучшая тактика. Видишь противника, беги наверх. Наверху у тебя все получится. Да, это же лучшая тактика. Это тактика сборной кого? Сборной... Доба мягкий знак ДРЗ от 260 миллионов 15 тысяч 113. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Никто не играет со мной. Сейчас добавлю. Со мной никто не играет, друзья мои. Я никому не нужен. Клевер, клевер, хотя бы ты прими. Качество плохое. Я не знаю, друзья мои, почему качество плохое. Не знаю, в чем проблема. Почему качество плохое? Почему качество плохое, чат? А в чем проблема? А чего качество плохое? На стриме качество плохое? Так я сейчас
9 сделаю. На стриме плохое качество, друзья мои. А в чё качество плохое? Так, сейчас я на стрим зайду, посмотрю себя. Почему не возьмешь салон с гильдию после чемпионата? Да, блин, они что, думаешь, ко мне придут, что ли? Это что такое? А, качество вебки плохое. Ну, вебка, да, у нас убогая вебка. Да, вебка у меня убогая, друзья мои. А игра нормальная, друзья мои? Друзья мои, как у вас настроение? Надеюсь, я как-то стараюсь вам настроение поднять. Кому настроение понимаю, плюс чат. А кому не понимаю, тоже плюс. Йоу-йоу-йоу, блин. I played it innocent, a feel of discontent, I finally...